Всем привет, ребята! И сегодня я вам покажу, как сделать такое интро для своего канала. Для этого все просто. Просто ставьте свой лайк и подписывайтесь на мой канал. И сейчас я вам покажу. Для этого нам нужно скачать черный фон. И пишем мы свое название канала. Ну, у меня это Elxvi. Но я напишу вот так. Следующее, мы нажимаем на шрифты английский и ищем шрифт вот такой вот Wonder и его немножко увеличиваем. Нажимаем на галочку. Теперь редактируем. Анимация. Какая у нас должна быть анимация? Смотрите, анимация у нас должна быть сейчас мигание. И ставим на или на 0,9, или на 1 секунду. Нажимаем на вывод. Ищем такое же мигание. И ставим на 1. Если у вас в воде стояло 1, то и тут должно стоять 1. А если в воде стояло 0,9, то и тут должно стоять 0,9. Все просто. Нажимаем на галочку снова. Теперь эффекты. Смотрите. Выбираем эффекты те, которые с подсветкой. В моем случае мой любимый, если честно, это вот это. Нажимаем и давайте же посмотрим, что у нас получилось. Ну пока такое себе, скачиваем это. Ну, я скачал в лучшем качестве. Нажимаем готово. Теперь выбираем наш проект. Вот видите, это наш проект. Выбираем эффекты. Вот они, эффекты. Эффекты видео. Выбираем ночной клуб. И сейчас нам надо найти. Сейчас это найдем. Радужная дымка. Радужная дымка. Вот что у нас получилось. Нормально. Теперь вот сюда ставим вот такую, ну вот где-то вот здесь я вот думаю. Да, вот здесь. Ну да, вот все норм. Вот у нас все тут, да, все хорошо. Теперь выбираем опять эффекты видео и ищем в тренде. Вот в тренде. И выбираем, сейчас найдем, затемнение. Вот затемнение. Что у нас получается? И у нас получается вот такая вот прекраснейшая интро. Да, вот, все. Можно наложить свой звук, если у вас, конечно, есть там музычка, все такое. Ну, и опять скачиваем. Смотрим. И вот такая вот красота у нас получилась. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.